Капец, пацаны, я прошел! Ага! Привет! Витек здесь, я снова! Хунидахиро. Действительно, кому нужен герой? Видимо, вам, расставите лайки. Да? Да, и смотрите. Поехали, поехали. Продолжаем мы играть за Карапагу 38 уровня. Не фулл хп, но зато у нас большая атака сейчас. Потому что мы забафались там где-то, да, помолились. А, вот, я вспомнил, у нас проклятие. У нас появилось проклятие, минус 20 фолловеров в день у нас происходит. Я не знаю, как это снять, будем сейчас искать. И мы только что проиграли, кстати, какому-то там королю подводному, да, потому что нужно было выкинуть 21, а я выкинул 20, блин. И вот встречаем мы крысу, альбиноса, который пишет: «Вы вырыли себе могилу». Видимо, это сражение. Ну, это тяжело будет ему проиграть, скажем честно, я уже выиграл. Нет, крыса. Фига себе, мне тут даже фоллоу пришел. Спасибо, фоллоу, говорю. Рейд, это был рейд, господа, рейд. Хочешь пиво? Вам дешевле. Ой, давай, мочи. О, я полечился зато. Хорош. Пивные боги на нашей стороне. Согласен. Погнали дальше. Ой, сейчас, наверное, этот встретит. Ну, конечно, он всегда встречается. Ты чё, пьян? Я помню, в прошлый раз я ответил, что да, и он меня наказал. Значит, отвечаем, что нет. О. А я так и не думаю. Не делай глупости, иначе ты тот, кого я собираюсь казнить. Капец. И сейчас фолловеры еще от меня поедут, да? О, я во льды попал, во льда, во льдо. Господи, как это перевести-то правильно? Фух, к нам приближается очередная орда монстров. Нам нужно выяснить, кто контролирует их. Иначе атаки никогда не закончатся. Я рассчитываю на вас. Да, конечно. Они идут. Готовься. Маленький орк. Мама сказала мне быть милой, но папа сказал мне быть... А, ну это мы все видели. Кого слушать, маму или папу? Будь миленькой. Окей. О, а это тот чувак, которого я спас. Помните, за ним гнались, и он сказал мне, он найдет, потом даст что-то. Если бы не ты, я не сбежал бы. Вот как обещал, твоя награда. Нужно было только грабить несколько путешественников. Нужно было всего лишь ограбить несколько путешественников. Окей. Капец, я столько потерял. Я столько потерял из-за того, что он ограбил несколько путешественников. Черт, ребята! Жесть. Впечатляет. Ты, должно быть, многое пережил, чтобы добраться до сюда. Теперь ты достиг 40 уровня. И теперь станешь высшим классом рыцарей. Лордом. Больше ничего нету. Могу сделать тебя сейчас лордом. Окей, давай. Достяги пошли, 30 фейма. Неплохо он меня снабдил, да? О, скелетон. Снова он. А, пока я искал маму, нашел этот кошелек для монет. Может быть, тебе он нужен? О, ящик. Когда я сплю, приходит сын собаки женского пола и засовывает в меня ключ. Чё они думают? Я что, какое-то сокровище? Ха-ха-ха! Нормально вообще. Жизнь мимика, да, с обратной стороны. Кто-то приходит, пока он спит, и ключ его пихает. И проворачивает. Бедный мимик, я ему сочувствую. Он чуть-чуть дал мне. Ладно, буду обращать на это внимание в следующий раз. А вот в следующий раз сказать, что нет. О, крыса. Ой, у меня что-то поломалось, да? А. Нет. А у меня 27 хп, нифига себе. Донат от фолловера пришел. 20 фолловеров все еще теряем, 8 приходит. Тяжело идется. О, давай мне новый меч. Вау, ты, говорит, стар лордом.
Никогда не видел до этого, чтобы человек был лордом-мечником. Пришло время выковать меч, которого никогда не видели. Да. Сколько он стоит? 400 монет. Давай, мочи. Сейчас эльфийка еще скажет: о, да ты лорд. Вау! Ха, смерть! Ха, прикольно, мне пора уже, да? Что? Какие-то года? А чё? А чё, говорит смерть? Я больше не могу терпеть. Знаешь, сколько лет я работаю с этим? Ты умрёшь. Чё? А, ты умрёшь, я приду. Умрёшь, я приду. 23569 лет? Ауч! Ауч! Собственно, прошло всего 3 дня, а я уже устала. Я даже простудилась. Апчи! А, это апчи! Тьфу, нифига себе, на 5 повреждений меня залепило. Смерть, ты чё вообще? О, снова мимик. Что-то про... За несколько золотых монет я залежу твои раны и исцелю их. О, давай, ну-ка. Полежи меня, мимик. Вау. Неплохо меня залезал мимик. Так, опять старая леди. Что вы там скажете, чатик? Ну это же леди, помоги ей. А, фейм дают. Да, неплохо, кстати, один фейм-то за 20 монет. Учитывая, что монеты просто сыплятся с неба. Так, я научился телепортироваться. Да, давай 50 монет мне телепортируй в карман. Это мы знаем такую тему. Но в бабле я просел, но это потому, что я заплатил за меч. Ха-ха-ха, магия. Снова мимик. А, ты хочешь узнать, что внутри меня? Да. О, кажется, нашел несколько монеток. 152 было, прикинь, прикольно. Какой... Че, я завис? О, отвис. Видать, подгружалась картинка вот этого чувака. Темный маг, снова он. Месть, такое хорошее чувство, ты не согласен? Не. Убирайся отсюда. Мне не нужен твой совет. О, прикольно, мне столько плюсиков понадавали. Можно тебя отсоединить? Ой, что это такое? Этот гроб, кажется, имеет проклятую печать без зуба змей. Открывай! Какую берем? Третья. Yes! Да, детка! Саксесс, как говорится. Переводим. Единственное, что вы слышите, это шум ветра. Кажется, что все боятся приближаться из-за проклятия. Гроб покрыт песком, но вы подходите и замечаете, что-то написано, спрятано за песком. Я прям читаю, как есть. Инструкция по эксплуатации. Чтобы открыть гроб, нажмите на кнопку, расположенную на задней части гроба. Вы нажимаете кнопку, и устройство активируется, открывая гроб. В тот момент туман выходит из гроба, и зомби начинают отрываться от земли. Но, видимо, ты им нравишься. Они думают, что ты их отец. Отец всех зомби. Новое прозвище, ребят. Называйте меня теперь Алиса. Алиса, называй меня Витёк, отец всех зомби. Алиса. Я грущу по ней. Она уехала от меня в гости. Я реально грущу по ней. 100 фолловеров! И все зомби. О, кстати, проклятие прошло, вы видели? Проклятия больше нету. Так, что тут у нас происходит? Дворфик. Один старый мудрец однажды сказал, размер не имеет значения. Согласен со мной? Ну да. Мы уже это обсуждали. А, так. За несколько золотых монет ты можешь залезать раны. Не, мне не надо. Я целиковый. I'm broke. Уж неплохо отыграл, да? Знаменитый, с кучей последователей. Сейчас донаты начнут кидать. Хм. Вы не узнали, кто стоял за атаками? Но уже поздно. Так, что-то происходит. Посмотрите вверх, прямо над королевством. И если это то, что мы себе представляем, оно намеревается выпустить пожирателя душ, чтобы убить всех. Что происходит? Пожиратели душ выпускают.
Единственный способ предотвратить открытие портала — полностью уничтожить 3 магических тотема, но нам нужно действовать быстро, рассчитывая на тебя. Давай, куда бежать, где тотемы? О, старая леди. Опа, я сделаю тебе пирог, говорит. Хочешь пирог? Фу ты, блин, это отрава была. Ха, нельзя было соглашаться. Ха-ха-ха, мы его поймали. Надеюсь, тебе понравится отравленный пирог. Быстро возьми его деньги, пока он еще парализован. Говнюки, а. Перелечиться надо об мимика. Во, praise the sun, ребят. Praise the sun, конечно же. Хорош. Полечились, как смогли. Дж, и тут же получили пятюню. Дж, такое так. Такое ощущение, как будто пощечину ударил только что. 500 фолловеров, очишка, ребят. Крыса, которая хочет посражаться. Ну, у нее нет шансов, скажем честно, да? У нее просто нет шансов. Нормально, я максималочку выкинул. Плюс 3 эфочки. Так, со здоровьем проблемы. Так, раненый человек на дороге. Мертвый авантюрист, кажется, он был... А, кажется, ему устроили засаду во время разбивки лагеря. Помолиться за него. Я, по-моему, молился уже за него. Надо теперь полутать. Давай полутаем. О, боже. Вторая. А как вы определяете, какая карта правильная? Научите меня, пожалуйста. Вы смотрите вокруг, чтобы никто вас не увидел. Кровь еще свежая, похоже, недавно убили. Вы обыскиваете его карманы, и, к счастью, вы находите 300 золотых монет. Вы встаете и уходите, как ни в чем не бывало. 300 монет, уже почти 4000 набил. Так, лагерек, да? Абандонит, как говорится, заброшенный. Похоже, кто-то собирался переночевать здесь, но ушел. Но может скоро вернуться. Попробовать поспать. Плюс 10 жизней, кстати. Я угадал. Устав от поездки, вы решаете вздремнуть. К счастью, никто не появился. Супер, то, что мне надо было. О, Хельга! Дорогуша моя, любимка. Что? Что это, меч у тебя в кармане? Да что ж ты, я знаю, что это ничем не кончится. Ну, конечно же, это не меч, едка. Слухи правдивы. Опа, она. Тебе нравятся эльфийские девочки? Ага. Действительно? Думаю, я ему нравлюсь. Других нет объяснений. Поженимся. Ха-ха. Молодец. О, мой новый меч. Я наконец закончил. Я даже стал эмоциональным, когда посмотрел на него. The Greatest Sword. Лучший меч, ребята. 14 атаки у него. Офигеть. Ну, так, отец. Вы слышали о произошедшей трагедии? Похоже, что змея проглотила фермера. Это... А, она была спрятана в его корзине. Так это была змея! А я думал, это осьминога кусок. Похорон назначен на завтра. Ты пойдешь тоже? Да, конечно. Вау. Меня благословили просто сумасшедше круто. Вау, Death Knight, ты прикинь. А я же его вроде встречал, не? Когда бы я завел новых друзей, через несколько лет они умирают и снова один. Разве это не печально? Ой, я ему что-то ответил, он крутое что-то сделал. Да, по-моему, это печально. В общем, он заводит друзей, и они умирают. Да, печальненько. 100 монет дает. Надеюсь, наша дружба продлится дольше. Вот тебе в доказательство соточка. О, тотем. Наконец-то я тотем нашел. Черт. Он пытается сказать мне, где тотем находится. Ладно. Лягуха такая. Царевна-лягушка, что ли? Тотем, это из World of Warcraft. Кажется, это один из волшебных тотемов. Ну давай, мочи его. А, даже так? Типа, если что, тотем ответит? Папу-пару-пау. Я просто сегодня царь горы, царь тотем и все, что только можно царь. Ой, страшный звук, не переживайте, это у меня дичь.
Вы нашли первый магический тотем. Темная энергия исходит от него, как будто он хочет высосать вашу душу. Ты быстро вытаскиваешь свой меч и одним ударом уничтожаешь тотем. Спасибо, 10 фолловеров. 10, вау, 10 славы. Пока проходничок. Вау, пенек. Отлично, а то стало скучно. 20 атаки у него. Ой, сейчас можем получить. 6, как раз хватило. Нужно плюс 3 где-то поднять. Ой-ой-ой. Ой, еще атака. Экстремально агрессивный кобальт. 21 атаки. Капец, все просел. А, в разницу, он мне в разницу бьет, да, на единичку. Ага. Опять эту штуку, которую декриптить надо. Ну давай, мини-маяк. Нет! Ну вы видите, что здесь написано. Лягушка отправила меня себя трахнуть. Угу. Сундук со змеей, давай. О боже мой, большое проклятие! В общем, пришел дракон и запустил меня в фаербол. Отнял все деньги, отнял все здоровье. Что-то мне не везет, да? Король сказал мне быть готовым. Это мы все знаем, что он будет готовым. Ой, тут бы не умереть один... Это что это такое? Безголовая крыса. А, окей, можно просто мимо пройти. Дуэлист! А, видел ту безголовую крысу? Это должно быть кто-то очень сильный и победил ее. Это случилось с тобой? Что со мной случилось? Да? Что? Я не верю тебе. Но если ты говоришь правду, то эти золотые монеты тебе. Королевству нужны побольше таких воинов, как ты. Он нормально, хоть чуть-чуть бабла приподнял. Полечиться бы. О, город. О, новый тотем. Шататем меня не убьет случайно, если я по нему дам. Надо уничтожать. Третья. Как вы это угадываете? Ты нашел второй магический тотем. Потом ты быстро достал меч и снова его уничтожил. Окей. Ой, может быть тут и фичка будет полечит меня. Тебе нравятся девочки или мальчики? Девочки. Я знал это. Ты уничтожил два тотема, правильно? Но остался еще один. Быстро, найди его и уничтожь. А то в городе начнется кровавая баня. Мне кажется, это он на самом деле во всем виноват. Он все это дело участвует. И такой, но не волнуйтесь. Нам помогают другие королевские рыцари. Александр, Алекс, Робби, Безжалостный, Жака, Текс. Это, видать, имена чуваков каких-то, которые помогали или тестили игру, или еще что-то. Единорог. Странная штука. Опа, рыба. За 10 тысяч монет он мне что-то предлагает. Ну давай, но мне денег нету. Все равно сначала, говорит, тебе нужно найти команду и найти денег. Так, снова ящик. Там 100 зомбей может быть, да? Нужно ли нам 100 зомбей? А если укусит? Давай. До свидания. О-о-о, меня прокляли. Понеслась, еще 10 раз пнули. Прейзесан, спасибо тебе, спаситель. Спасибо тебе большое, плюс 20 жизни, как раз то, что мне нужно было. О. Так, битва на арене, ребят. Новый бой, говорит, для тебя, оппонент Формидабл. Переводчик перестал работать, не знаю, кто такой Формидабл. Надо биться, ребят, у нас 17 атаки. Надо биться. Больше, чем сейчас, атаки быть не может. Поехали. Ёшкин кошкин! Сушиман! Сушиман! Время подготовить главное блюдо дня. 24 атаки у него. Ну, в принципе, у меня даже больше шансов его победить, чем не победить.
Пробуем. Ну что ты кидаешь-то? Ну что это такое? Ну что это за броски на троечку? Божечки-кошечки, 17, нужно было 6 хотя бы кинуть, и я бы выиграл. 6! С двух кубиков шестерку кинуть не может. Да, ты счастливец, что все еще жив. Еще опустил меня, капец, и все в минус ушло. Блин, ну что за говня вопрос? Я аж начал бугуртить, думал, сейчас еще и паук мне даст по жопе. Фу. Двуголовый огр говорит. Я, говорит, еще никак не переживу смерть своего брата. Мне требуется другая жертва. Иначе я сделаю что-то плохое. Нет. Я собираюсь сделать что-то очень плохое. Погоди, и увидишь. Это что такое? Король орков! Почему эти воины атакуют меня? И... меня больше никто не контролирует. И я просто... смотрю... А, ищу своего сына. Ты видел его? Я наконец-то папу орка нашел. Да, я видел его. Лучше тебе не врать мне. Иначе я, говорит, оторву тебе бошку. А я думал, что этот сынишка постоянно? О, надо поспать. Хорош. Где тотем? О, подраться? Да, давай, господи, мне уже... пофиг, если честно. Но сейчас вероятность победы будет очень мала. Опять он. Ну, тут 10 надо кинуть. Это очень вероятность мала. И мало это импрувит, потому что. Можно было сразу отказаться. Так. Минус 4. Сейчас еще этот меня пустит, да? Ага. Паразит, блин. И молит, и импрувит. Снова оно. Но надо расшифровать, ребят. В этот раз точно. Да, ну наконец-то! Фух. Ты закрываешь глаза, вдыхаешь 3 раза. 1, 2, 3. И используешь весь свой интеллект, чтобы расшифровать. Правда, что никто... а тебе не... в общем, всем пофиг на тебя. Но подбодрись. А худшее еще впереди. Подпись. Парализованный динозавр. Круто. Вау. Я лягуху собрал. Увеличивает шанс расшифровки старых письмен. И что же мне ей сказать? Я думал, говорит, может быть, в эти дни я могу подержать твой меч. Она про тот самый меч, конечно, детка. А, боюсь порезаться. Нет, она все-таки про нормальный. О, нормально, хоть высплюсь. Хорош, 10-ка здоровья. Опять оно. А, давай, погнали. Мне повезет, я уверен. Смотри, сейчас 10-ку кину. Смотри, смотри, сейчас сделаю это. Мочи! Какая тройка? Ну с тройкой я 10-ку никогда не кину. Ну как ты это делаешь, Витя? Минус 5. Избиение просто младенца. На, еще унизь меня, конечно. Зачем я дал ему денег на постройку арены? Не знаю, ни разу там не выиграл. А это все 10 тысяч ходит, да? А, во, этот за 1000 дает карту. Да, давай. Карта Трежамепа. Не Джек Воробей, ребят, а член Воробей. Закопал карту где-то. Теперь я могу ее найти. Ну, наконец-то, ребята, контент пошел. Да что делать-то? Это кто такой? Путешественник из будущего. Я из 2020-го. Ты развлекаешься здесь, да?
Он говорит, я рад. О, нормально, он меня и полечил, все дал. Спасибо тебе, чел. Опять ты. Ха, говорит, ничего против тебя не имею, но меня наняли тебя убить. Что-то он слабенький. Как так-то, но я всем просираю. Обидка просто. О, Роланд Пол Джуниор. Эй, помнишь меня? Я говорящая ваза. Вау, я теперь нормальный. Ну, вообще-то у меня нет денег, чтобы тебе заплатить. Но я обещаю, однажды... Я же говорил, что я что-то плохое сделаю, говорит. Я украл 50 твоих фолловеров. Если ты заплатишь мне 300 голды, я отпущу их. Хорошо, заплачу. А почему 45-то? Ну, вообще-то 5 из них я съел. Говнюк. Ну, наконец-то, тотем! Фух, теперь осталось его завалить. Пожалуйста. Спасибо, Аня. В общем, я схватил свой меч, но было поздно, какая-то штучка открылась, и вылезла красный монстр и ударил меня. На елки-палки. На восток иди, иди на восток. В смысле, на запад. Спасибо за лечение. И это что такое? Трехглазый монстр. Знаешь, какая судьба тебя ждет? Я использую третий глаз, чтобы показать тебе. Опять проклятие будет. А чё это у нее там сзади? А, она мужик явно. Давай, попробуем. Я вижу детей, бегающих вокруг, роботов, которые ловят людей. И... плохое слово, гигантов, играющих с куклами. Ты один из них. Жесть. Капец, в огне, это все потому, что мы тотем не разрушили. Они все мертвы, все плохо, ужасно. Что-то там ломал, кости и так далее, зубы. Все, достаточно, довольно, я увольняюсь. О, он мне дал денег зато, теперь я главный. О! Святой отец, что с вами стало? Пол тела. О, ты как выжил? Там, говорит, монстр впереди. Если ты дашь мне 3000 монет, я благословлю тебя, и ты станешь сильнее. Что ты скажешь? Тебе это понадобится. Ну, давай. А, я просто пошутил. Не нужны мне твои деньги. Ой, спасибо тебе, мужик. Ну, плюс 3 мне, кстати. О, снова смертушка. Я не дам тебе еще один шанс. Если ты умрешь сейчас, я буду ждать тебя. Но за 150 душ я вылечу тебя на всю жизнь. Что скажешь? Там финальный босс будет, да? Блин, 150 подписчиков продать. Нет. Ну ладно, я буду тебя ждать. Не продам подписчиков. Йоу! Финальный босс. Выглядит, как будто он вышел из какой-то задницы. Даже моя бабушка выглядит лучше. Ага. Ладно, ничего не понятно, потому что переводчик поломался. 24 атаки у него. Ну, может быть, в этот раз, пожалуйста, игра, я тебя умоляю. Прошу, просто кинь 7 или выше. Вероятность кинуть 7 или выше, это 60% приблизительно. Пожалуйста. 8. Ну, наконец-то. Да, плюс 1000 всего. Капец, пацаны, я прошел. А зачем тотемы нужны были? Господи, боже мой.
Наконец-то история заканчивается. Приключенец, кто однажды носил только труселя и пару носков, стал рыцарем. Стал героем для людей. Годы шли, и его имя путешествовало по миру. 10 лет спустя его имя стало новой религией. После этого король Гримар умер после того, как был укушен гигантским комаром, который переносил вирус, называемый Коруна. Все были в печали и от его смерти, но они знали, что есть лучший кандидат, чтобы заменить короля Гримара. Ты должен стать новым королем. Но ты не принял предложение, конечно, потому что твое путешествие не может закончиться здесь, в Гримаре. После всего, что ты сделал как герой, так-так-так. Возможно, есть другое королевство, которому тебе нужно помочь. Неплохо, и что теперь будет? Я еще дальше пошел. Все-таки она бесконечная. О! О! Ну что, давай, попробуем. Хочешь еще раз попробовать? Он даже уже теперь не пишет, он просто хочет попробовать, говорит. О! О! А этого пацана я помню. Ну этого-то мы завалим. Ну, хорош, Витя! Отлично. Это победа. Все. Что это? Кубок! Все любят тебя. Плюс 5 фейм каждый день. Ну еще бы, у меня уже 1200. Деньги сыпят вообще. Плюс 600 монет. За что? Ну все, игра поломана, ребят. Нам теперь даже бухать не надо. Чего-то мне эта карта дает? Ну конечно! Как только плюс 3 атаки у меня кончилось... Мне предлагают опять сразиться с мега-говнюком, который режет все суши. Ну это издевательство просто. Ну да, потестим, еще разок попробуем жахнуть его, не получится. Не, с таким дропом не получится. Все, ладно, я устал. Спасибо, ребят, всем за внимание. Это была игра Huni the Hero. Я так понимаю, мы ее все-таки прошли. Потому что мне выдали уже огромнейшее количество всего. Собственно... Всем спасибо за внимание. Конечно, тут контент еще какой-то есть, но я не знаю, есть ли смысл его смотреть. Все, лайки, подписки, комментарии. Всем хорошего настроения. Пока-пока.